Чего ты говоришь? 4 года. 4 года тебе было? Да. Ты смотришь? Сынок, посмотри на маму. Афоне было 4 года, да? Тут приготовила супчик с пшеном, варю сейчас компотик с вишнями и сухофруктами, яблоками. Еще у нас, я не помню, я вам показывала или нет, Генри же вырос, Чип Антошин погиб, а Генри Афонину же дал урожай. Всем привет, так, я тут утеплилась, знаете, прям, потому что настолько у нас сыро, что даже это... Ну, как-то вот оно вроде бы не холодно, но вот эта сырость неприятная. Сейчас хочу немного подсгребать листву. Здесь вот немного убраться. Сначала пойду гляну, где там мои мальчики. Все, у нас тут сырость, дорога. Уже видно, что все расквашено. Что тут происходит, Антоха? Гриша хочет поймать Афоню. Угу. Никто не умеет из меня. Из меня? Афоня, зачем ты это сделал? Гриша, что ты с ним хочешь сделать? Гриш, ну не мучай его. Я его не мучаю, я ему хочу ногу так. А меня? Как он тебе? Боже, как я ему. Я меня. Я сейчас тебя тоже могу завязать. Как бы у тебя рука побольше. Афоня, а ну-ка выходи. Да мне звонит. Витя. Алло. Отгадай загадку. Сначала ходит на четырех. Алло. Потом на двух, потом на трех. Человек. Да. Я сейчас помонтировала видео и хотела поговорить по поводу комментариев. Я тут подумала, и на самом деле я счастлива комментариям, которые, ну, они не негативные, но с такой вот как бы конструктивной критикой, которую я не могу воспринимать вообще. Но вообще это круто. Хотела сказать, что пишите побольше таких комментариев, потому что взгляд со стороны... Он не всегда плох, и не у каждого есть такая возможность посмотреть на себя со стороны. Ну, я имею в виду у вас. У меня есть, но я на самом деле свои влоги не пересматриваю. Вот, но теперь буду прислушиваться. Ну, я и так прислушиваюсь к комментариям. Вот, но вы такие очень странные для меня. Но. Что хотела сказать, но в моем лексиконе появилось слово «класть». У нас его вообще практически никто не говорит, мы все время все ложим. Мы не кладем ничего, но вот, мне кажется, вот этот плюс, прям плюс, да, то есть вот так вот. Что еще хотела сказать, но некоторые интересные штуки там по поводу там похудений, и там не люблю это слово, если честно. Вот, я считаю, это личное дело каждого, и что вот такая вот фраза «кормлю мужа специально, чтобы он от меня не ушел», мне так прям повеселило, потому что я не знаю, как кто, но я не думаю, что мужья с нами из-за того, что мы их кормим. Вот я так прям серьезно об этом подумала, что это вообще другая тема, но надеюсь, что у всех тоже так. И что у всех есть мужья, и что мы их кормим, но они не из-за этого с нами. Ну, в общем, так что побольше конструктивной критики. Я буду учиться, буду становиться сильнее. Мне кажется, это морально прям круто. Ходить и думать об этом, размышлять. Поэтому, пожалуйста, пишите мне конструктивную критику. Прикольное название, да? Хочешь обосрать человека, скажи, что это конструктивная критика. Вот. Так что теперь я вас прошу. Иногда я говорю, что, блин, вас никто не спрашивал, да, по каким-то вопросам. Вот, но теперь я вас спрашиваю, пожалуйста,
помогите мне стать лучше. А полку я сегодня так и не убрала. Сейчас, наверное, надо пойти убрать. Блин, это займет 3 секунды, но я этого не сделала. Сейчас пойду сделаю.